Друзья, всем привет! Что мы будем морозить в этот раз? По многочисленным просьбам заморозим мы антифризы с вами. Я наконец-то получил полноценные хорошие пробирки, большие, не те маленькие, мизерные, которые из Китая мне первый раз пришли, а нормальные, полноценные. В них будем морозить. Взял я для образца несколько видов антифризов для пробы. Это Татачи, Ниро, который российский, минус 40, готовый к применению G11, G12. Это TSL, Coolant Long Life минус 40 и минус 50, красный зеленый цвет. И антифриз Castle наш, который в России не продается, он производится только в Японии, продается только в Японии. Померяем эти антифризы на замерзание минус 45-47, постараемся, градусов. Я в прошлый раз, когда делал видео, очень жестко косячнул, вместо 44 градусов, которые были реально на градуснике, назвал 48. Ну, что же делать там первым блинкомом? Поэтому сейчас буду исправляться, будем все правильно замерять при правильной температуре. Я сегодня помещу это все в морозильную камеру, выставлю максимально возможную температуру. Думаю, что мы дойдем до минус 45-47 градусов по замерзанию. И посмотрим, как они будут себя вести в пробирках. Пишите, какие антифризы нужно заморозить и что вам интересно из этого сегмента, какими пользуетесь. Я постараюсь их все раздобыть и постепенно будем их тоже испытывать.